те санкции, о которых говорят по-прежнему, это все равно история из серии, причем для обеих сторон, на зло моей маме пусть отмерзнут мои уши. То есть это невыгодно, да, как американскому бизнесу, так это невыгодно и нашей стране, все эти санкции. Но это просто вопрос политики. В принципе, санкции выгодны нашей стране, поскольку они позволяют развить те сектора экономики, которые, в принципе, должны были развиваться, поскольку у них была достаточно сильная фундаментальная база, прежде всего научно-техническая, но не развиваются как раз из-за присутствия западных компаний в России и из-за их стремления получить как можно больше выручки. Не собираются они делиться ни с кем, и это достаточно негативно сказывается на раскладе сил на рынке. Практически нет русских игроков, и, кроме того, нету игроков из-за рубежа, которые могли бы составить конкуренцию